Всем привет! Глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков считает верным решение Международного союза конькобежцев не рассматривать вопрос об увеличении возраста спортсменов для участия во взрослых соревнованиях. Федерация фигурного катания Нидерландов в срочном порядке внесла предложение увеличить возраст спортсменов для участия во взрослых турнирах с 15 до 17 лет. Однако оно не набрало достаточное количество голосов для включения в повестку Конгресса ISU. За исключение проголосовали 63 делегата против 39, воздержались 15. Это правильное решение не вносить вопрос об увеличении возраста спортсмена при допуске ко взрослым соревнованиям в повестку. Вопрос действительно был не подготовлен, предложение действительно было сырым. Такой серьезный вопрос должен быть проработан и обсужден, прежде чем предлагаться на голосование. Нет понимания, почему, к примеру, конкретно 17, а не 16 лет. На следующем конгрессе, конечно, этот вопрос снова может подняться, но пока рано говорить об этом, рассказал Горшков. Соединенные Штаты, Германия, Финляндия, Италия, Швеция и Украина все проголосовали за одобрением предложений, которые отправлены из Нидерландов на повестке дня. Жаль, что срочное предложение относительно старшего возраста даже не могло быть обсуждено, когда это было удалено из повестки дня предложение процедурного характера. Голландский жюри Ерон Принц сказал в Твиттере. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить на новое видео, подписывайтесь на канал. Я вам желаю всего доброго и до свидания.